Воздайте славу Богу, он хороший. Он продолжает делать чудеса, он продолжает исцелять жизни, он продолжает исцелять тела, он продолжает восстанавливать судьбы. И эта конференция не исключение, там все это происходило, и просто была слава Богу. Итак, хорошо, сейчас я пойду в слово. Сегодня я буду учить. Сегодня не будет проповедь, сегодня я буду учить, потому что некоторые вещи назрели в моем духе, и сегодня я хотел просто поделиться ими с вами, и, естественно, с теми тысячами, которые смотрят сейчас нас в прямом эфире. Я хочу еще раз тоже поприветствовать вас. Наша виртуальная церковь в 100 раз больше, чем наша локальная, поэтому мы с вами, так нас Бог призвал, и так мы с вами движемся. Итак, сегодня тема будет называться «ДНК чемпиона». Приготовьтесь слушать сегодня. Приготовьтесь слушать особенно те, которые призваны Богом двигаться куда-то. Сегодня мы поговорим об обочинах. Сегодня мы поговорим о вещах, о которых мало кто говорит. Вы знаете, в последнее время я наблюдаю много молодых ребят, которые поднимаются и пытаются войти в управление, лидерство, пытающиеся открыть новые церкви, пытающиеся открыть служение. Это само по себе очень хорошо, но многие допускают роковые ошибки, которые приводят их к реальным падениям и иногда даже к окончанию их призвания. Дорогие, сегодня я хочу поговорить о позитиве и негативе лидерства. Знаете ли вы, что и Иезавель, и Ахав – это тоже лидера? Вы все меня понимаете? Все люди, о которых я сегодня буду говорить в позитиве и в негативе, они все лидера. И, дорогие мои, очень часто люди, которые рождены, это они имеют ДНК. Вы знаете, что есть люди, рожденные, уже предрасположенные к реальному лидерству? Нерожденные, в их сердце это конкретно. Он мелкий, но он управляет 10 остальными мелкими. Ты смотришь во дворе, да? Без него не начинается гулянка. Я помню, рос, и знаете, без меня ничего не начиналось. Если меня не позовут, ничего не состоялось. То есть, как бы я помню все эти вещи. И ты не понимая, ты в детском садике, но по какой-то странной причине у тебя ДНК чемпиона, у тебя ДНК победителя, у тебя ДНК лидера. Хорошо? И этот месседж больше будет обращен к этой категории людей. Вы знаете, мы очень много учим, движемся в славе, много всего. Проповедей очень много. Но я сегодня хочу немножко привести некоторые вещи в баланс, потому что вы знаете, что можно неправильно двигаться. Можно уничтожить своими руками свое же собственное лидерство. И вы знаете, что дьявол, слушайте внимательно, дьявол охотится за людьми, у которых есть ДНК победителя и ДНК лидера. Дьявол знает, что у вас это натурально, вы не напрягаетесь, вокруг вас люди собираются, вы их даже не зовете. И все, что дьяволу нужно сделать, ему нужно сделать из нее Иезавеля, из его Ахава, например. Или он хочет просто сделать Самсона, который якобы имеет силу Бога, но абсолютно необузданная личность, которая и уничтожила свое собственное призвание. Аминь. И поэтому, дорогие, сегодня мы больше будем, немножко поучимся и пройдем в некоторые моменты. Я буду цитировать места из Библии, поэтому будьте со мной. Я хочу поговорить сегодня о том, что значит быть чемпионом, что значит занимать позицию власти. Сфера не имеет значения. Ты предрасположен или к бизнесу, или ты предрасположен к славе Бога, к служению, к проповеди. Ты предрасположен держать какую-то мощную организацию. Сфера не имеет значения. Везде есть люди, которых Бог ставит, и эти люди должны реально научиться ходить в балансе и правильно уметь руководить вообще всем вокруг. Я вам скажу, сегодня я поговорю только о 6 принципах. Их много, но именно с ними я сталкиваюсь постоянно. И эта тема родилась из-за того, что наши проповеди выходят. Много людей покидают религиозные церкви. Мы это знаем, и мы об этом слышим. В каждом свидетельстве практически вы можете прослушивать. Мы покинули нашу мертвую церковь, и теперь мы хотим двигаться в жизни. И вот на почве вот этого, это знаете, как ни в чью сторону камень не бросать, но когда черные люди были освобождены, помните, да, после смерти Мартина Лютера вошли некоторые civil rights, вот эти моменты, где поправили все. Уникально то, что освободить освободили, а работать и думать не научили. И поэтому ни в чью сторону камень. Я очень люблю черных людей и очень много помазанников великих, но статистика – вещь упрямая, и она говорит, что большинство этих людей не занимают позицию работы и не занимают позицию власти.
Вы понимаете, о чем я говорю, да? Это не потому, что человек плохой, а потому, что кто-то не подготовил, и теперь мы в основном видим наркоманов, убийц, насильников. Не потому, что, ну, по сравнению, вы поймите меня правильно, да? Никакого приоритета белым или черным, у нас этого нет. Мы давно вышли с этого, мы говорим о спасении души. У души нет цвета, амин. Мы говорим о других вещах, но я говорю сейчас о физических элементах, с которыми мы с вами встречаемся. И поверьте, за мою жизнь в Америке я всего лишь несколько человек встречал реально лицом к лицу, с которыми я разговаривал. Это именно черные люди, которые имели статус, семью, положение, деньги и влияние. Редкость. И в основном это, я так скажу, это христиане. Это только христиане. Это вот если ты идешь, в черную церковь, и там действительно, там люди на уровне, там красиво, все остальное, ты смотришь, все эти... Почему белый человек, вот если так просто взять, да, не хочет жить в черном районе? Ну, если честно так говорить, да? Почему? Да потому что у тебя колес на машине не будет в следующую ночь. Не потому что кто-то плохой, а потому что да, свободу-то дали, но жить не научили. Amen? И поэтому вот так. Вы знаете, что в христианстве точно так? С церкви-то ты вышел, а думать ты не научился. И ты берешь бразды управления, и накрывается все медным тазом. И ты вместо того, чтобы правильно, отбалансированно двигаться, у тебя срывает крышу в другую обочину. Теперь ты всех послал. Теперь у тебя никто не лидер. Теперь у тебя нет авторитетов. И теперь у тебя один Бог. А вот с Богом ты забыл повстречаться. Все меня понимают? И теперь мы попадаем абсолютно в другую обочину, где поднимаются люди, которые посылают своих пастырей, где вам никто не говорил. Они говорят, Шаповал вам настучит. Уникально где? Я человек чести, и я могу даже свою репутацию поставить на том, что вы не найдете из всех моих 6,5 лет труда, вы не найдете ни одной проповеди, упоминающей церковь, организацию, имя пастора. Вы не найдете. Я поставлю даже свою репутацию на это. Этого нет. Потому что с самого начала Бог мне объяснил правила. Мы с вами не воюем с личностью, мы воюем с духом. И когда я бью в дух, ни один человек говорит, говорит все, кто влияние, на кого влияние имеет этот дух. Они почему-то все говорят. Именно этот момент прослеживается. Мы об этом еще поговорим сегодня, но чуть-чуть попозже. О чем я говорю, дорогие? Я говорю о том, что не надо рыпаться не в свое время. Не надо никого посылать никуда. Не надо нигде какие вещи делать. Будь спокоен. Если ты решил выйти, тебе никто не может изменить твое решение. Это классно, это ты. Но умей правильно выйти. Умей правильно расплатиться со всеми вещами. Ведь даже тот пастор, которого ты послал, кормил, питал и грел тебя. Дорогие мои, мы с вами не люди, которые воюем с людьми. И я это еще раз хочу подтвердить в этой церкви и прямо с этой платформе. Нет людей, против которых мы воюем. Их нет. Потому что мы не воюем с людьми. Это дешевая плотская война, которая венчается судами, венчается, знаете, всеми... Тебя даже поволокут в какой-то физический плотской суд, чтобы засудить тебя, потому что ты оскорбил личность и где-то что-то неправильно сделал. Мы не делаем это. Но когда мы выпускаем бомбу, эта бомба рвет. И не один человек говорит, он против меня идет. Говорит целая организация, говорят сотни пастырей. Не потому, что мы против них идем, мы ударили дух, а дух отреагировал. Амин? Поэтому знайте разницу, будьте мудрыми. Иисус именно этим и занимался. Он когда бросал притчу, в притче он не говорил, но между тем написано, что они узнавали, что он о них говорил. Иисус не о них говорил, он бил в дух, который контролировал. И люди знали, и фарисеи знали, но тыкнуть пальцем никто не мог. Амин. В то же самое время к Иисусу мог прийти один из самых, если честно сказать, злейших врагов, который находился в Синедрионе, его имя Никодим, помните? Именно этими людьми было принято решение по истории убить Иисуса Христа. Вы должны понять, но по какой-то странной причине Никодим не чувствовал зла от Христа и запросто пришел к нему. Это вот я о чем говорю. Ты можешь говорить против духа религии, но когда кто-то приходит оттуда, ты должен любить, и они должны чувствовать твою любовь к ним. Они должны чувствовать, что ты готов им помочь, потому что это еще одна душа, которая освобождается от рабства, церковь. Давайте будем мудрыми.
Давайте будем мудрыми. Давайте, пусть все будет уравновешено. Мы не воюем с людьми. Пусть кувыркается кто хочет. У нас наша стратегия четко определена. Аминь. Очень часто личности, которые имеют ДНК лидера, ДНК чемпиона, попадают в дисбаланс. Дьявол играет на их неопытности, сводит их в обочину и в конце концов уничтожает. Он сводит тебя в обочину, и теперь тебе невозможно даже поправить. Теперь тебя невозможно даже обличить, потому что ты все принимаешь. Это религия. Даже нормальное поправление для тебя стало религией. Даже нормальный урок для тебя становится религией. И я наблюдаю именно, мы с Дмитрием встречаемся с этим очень часто. Особенно, знаете, нам приходится работать с церквями в подготовке к завету, с многими людьми, начинающими лидерами. То есть мы этим занимаемся постоянно. И именно вот об этом я и говорю. Люди, пытающиеся взять, но они не понимают, что они взяли. Они не понимают, что ты должен отдать этому пастору честь. Не потому, что он религиозник или не религиозник, за то, что он просто взял даже эту платформу и захотел здесь стоять. Потому что никакой нормальный человек в своем здравом уме не захочет эту позицию. Каждая твоя волосинка прослеживается. У тебя личной жизни не будет никогда. Можешь это запомнить. Я не хочу даже сейчас вдаваться в подробности. Другими словами, что ты на ладони и ты на чистом листе бумаги у всех всегда. Запомните, сатана очень боится личности из ДНК лидера. Сатана их боится. У этих людей натуральное свойство изменять и лидерствовать. У этих людей они предрасположены к движению. Они, знаете, как вот или он будет мафиозником, или он будет сильнейшим евангелистом и пастором. Другими словами, что бы ни было, вы помните лидера Павла? Его тогда еще звали Савл, помните, да? Это натуральное предрасположение. Пусть он гнал церковь, он уничтожал, он был в полной обочине, Бог его призвал, потому что, да, у него была ревность по Богу, но проблема была в том, что он не знал Бога. И ему Иисус открылся, Иисус его не убил, не уничтожил, он дал ему урок, его, естественно, потом он прозрел, но этот урок, трехдневный урок, где Павел закрылся, тогда еще Савва, он закрылся, и он искал Бога, и Бог ему открылся. Мы должны понять, но вы знаете, что Павел, он потерял все, но не способность от рождения лидировать. И мы с вами знаем, впоследствии он стал одним из самых величайших лидеров Нового Завета. С этим никто спорить не может. Он прошелся так, как никто из апостолов не прошелся. Мы должны понимать, он внес учение баланса, силы и мудрости в церковь намного больше. И когда мы читаем, основном мы читаем с вами послание апостола Павла. И Бог, естественно, Бог его благословил очень серьезно. Вот о чем я говорю. Вот именно вот этот баланс. Да, ты рожден лидировать, у тебя ДНК лидера, у тебя ДНК чемпиона. Но можешь ли ты справиться со всеми эмоциями, со всеми вещами, которые тянут тебя? Тебя захотят купить, повести на компромисс, что угодно. Будут много разных вещей, разрывающих тебя на куски. И вот здесь формирование характера лидера. И вот об этом я сегодня хочу поговорить. Итак. Первый пункт. Все мы с вами понимаем, что лидер, он предрасположен сразу к позитиву и негативу. Сразу в тебе не может быть вот только позитив. Итак, первая вещь – это бесстрашие и наглость. Объясняю. Я сразу буду говорить в позитиве и в негативе. Знаете ли вы, что бесстрашие – это позитив, а бесстрашие в негативе – это называется наглость. Вы знаете, что наглость – это то же самое бесстрашие. Ты просто наглый. Ты лезешь везде. Что тут стоит? То есть это то же самое якобы бесстрашие. И некоторые не поняли вообще эту сферу. Им кажется, что они бесстрашные. А он реально наглый, противный и всех достал. Алло? И он это называет, я бесстрашный человек, я ничего не боюсь. Знаешь что, пошел отсюда. Ты не понял, есть места, где надо посылать, а где нужно молчать. И вот в этом моменте у тебя все смешалось. Тебе где надо молчать, ты посылаешь, где надо посылать, ты молчишь.
Дорогие мои, всему свое время под солнцем. Есфирь и Аман. Объясняю. В позитиве, вы знаете, что Аман и Есфирь, вы знаете, что Аман это был очень серьезный лидер тоже. Не, слушайте сюда, ни в коем случае не унижайте способность Амана двигаться. Это был один человек, слушайте внимательно, из-за которого не погибла чуть вся нация, миллионы людей. Один. Когда я смотрю на Амана, я говорю, таких бы лидеров Богу, которые будут стоять, будут делать все возможное, чтобы уничтожить что-то, да? Но я имею в виду, у него было перенаправлено, он шел не туда. Он был лидер абсолютно не от Бога. Но не мешайте, у него было ДНК чемпиона, и он был лидером. Смотрите, Есфирь в то же самое время. Смотрите, наглость и бесстрашие. Насколько, вы знаете, что между этими вещами, если ты молодой лидер, если ты человек, который только начинаешь, у тебя эта линия настолько тоненькая и стертая, ты можешь из одной в другую перебегать и даже не понимать, что ты сейчас наглый, а не бесстрашный. Ты сейчас ломаешь, а не строишь. Тебе сейчас нужно успокоиться и в некоторых вещах просто отступить, потому что мудрость говорит, не трогай, это не надо, оставь. Но в некоторых вещах, когда кто-то идет купить тебя или где-то, то он должен сказать, нет, позиция должна быть отстояна. Но когда какие-то мелочи, слушай, ты должен понимать, где стоять, где охранять. Ты должен понимать, где просто отступить, а где просто встать в пролом за свою позицию и то, что делать. В твоем духе будет дан этот позыв. Есфирь, тоже серьезный лидер, и из-за нее в позитиве, да, брать, вся нация была спасена. Есфирь, некоторые люди говорят, ну, женщина, мужчина, не имеет значения, ребята. Не имеет значения женщина или мужчина, не имеет никакого значения. Мы с вами здесь разделили ДНК чемпиона, оно может находиться и там, и там. И настолько же сильно оно может находиться в женщине, как и в мужчине. Ровно настолько. Не вздумайте путать эти вещи. Мы с вами по Библии понимаем, что ровно такое количество, какое было мужчин, ровно столько же было Аан, Есфирий, Руфь. Понимаете, да? Мы можем перечислять. Именно такое же количество было этих мощных женщин, которые взяли именно бесстрашие. Руфь сказала, нет, я иду. Вы понимаете, что такое наглость и бесстрашие? Как будто оно как-то граничит с наглостью. Наимень говорит, отойди. И Руфь говорит, нет, это как бы, нет, это наглость. И потом ты смотришь, нет, 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 нет. У нее это выходило из чистоты ее сердца. Она хотела быть. И когда ты смотришь, что она не шла в лучшее, она шла в худшее, потому что Наимень ушла от бедности. И здесь у нее крах был, и теперь она возвращается, потому что здесь хуже, чем там. Мужа нет, никого нет, ничего нет. Она говорит, все, я ухожу. И она отправляет своих дочерей. Одна ушла, одна осталась. Руфь. Есфирь. Бесстрашие. Она заходит к царю. Не было звана месяц. Месяц не звана к мужу. Это серьезное. Это можно так подумать. Или у нас с ним все. Или что-то произошло, что больше я не буду звана к царю. Прошел месяц, и вопросов в голове у этой женщины было массы. Но ей нужно было переступить этот барьер. Вы видите, некоторые могут сказать, наглые. Гля, что это ты поперлась? Встречали таких людей? Они тебе тоже так будут говорить, что это ты себе там возомнил? Что это ты тут молишься? Не-не-не, стоп-стоп. Наглость это одно. А Анна, когда около жертвенника орала, это была не наглость. Это было бесстрашие. Она говорила, я так дальше больше жить не могу и не буду. Кто-то согласился со своими вещами. Я тебе сразу скажу, ты живешь ровно в том, в чем ты согласился жить. Никогда не вини никого в своей грязи, в своей разрухе. Ты согласился жить в этом доме, ездить на этой машине, слушать этого пастора, молиться этими молитвами. Ты согласился, не мучайся, ты решил свою судьбу, никто не виноват в ней. Ты свободная личность, которая может выйти и сказать, в этом апартменте я жить больше не буду, где клопы, вши и вся эта грязь, которую я больше не могу терпеть. Amen. Так и в духовном мире мы решаем. Есть наглость. А есть бесстрашие, где ты подходишь и говоришь. Вы знаете, мне нравятся американцы. Когда я сюда приехал, мы с вами, русские, чуть-чуть нам надо переучиться. Некоторые переучились. Кто здесь родился, вообще молодцы. Вы заметили, что у американцев
Ты долго ему не понадоедаешь. Он моментально надавит какую-то кнопку. Он или пойдет кому-то, пожалуйста, я сначала думал такие, шестерки, стукачи. Нет, он не стукач, он просто этого терпеть не будет. Когда у него там на пятом этаже в апартменте идет гулянка. Вован, привет! Пьют там, Modern Talking играет. Мы вспоминаем молодость, аллилуйя. А у нас что было в девятиэтажке? Все спокойно ждут. Если там ты наглости набрался, там, или там смелости, так скажем, шваброй, ту-ту-ту. Кто тебя там услышит? Там эта муза так орет, что там окна вылетают. Там надо не там, надо танком заезжать, чтобы тебя услышали. Они не только муза, они там все пьяные еще. Добро пожаловать в Россию. Но мы это все знаем, мы оттуда, аллилуйя. Америкосы, на! Он сделает так, что ты или заткнешь свой рот, выключишь свою музыку, или сбежишь с этого апартмента, но он не будет твою музу слушать. Самый простой америкос. Самый простой. Их научили так. Вы знаете, что это не наглость, это смелость, это знание своих прав. Amen. То же самое в Боге. Ты должен знать, где пастор может, а где нет. Где он может тебя поправить, а где это уже ущемление личности. И туда, пастор, нос не суй, если я тебе не разрешу. Алло. Ты воспитываешь каким-то монстром. Нет, я воспитываю свободную личность, которая имеет свои мысли и может действовать так, как она хочет. Ну вот сейчас мы и учим балансировать это все. Сегодня учение, поэтому я понимаю. Слушай внимательно, ты возьмешь что-то для себя. Бесстрашная наглость. Тонкая черта. Просите Бога, чтобы Он дал вам мудрости. Где переступить? Где тебе нужно реально включиться и сказать, нет, этого не будет. Нет, этого я не позволю. А кто ты такой? Я личность, имеющая право на свое мнение. Не надо тебе титула и статуса. У нас понты могли кинуть там, знаете, те, кто какую-то позицию занимали. А простая бабушка, кому она там нужна? Здесь не переживай, бабуля такой поднимет, ой. Телефончик сразу раз-два. Смотришь, приехала армия со светомузыкой погулять. Смотришь, хопа, увели пару ребят. Смотришь, русские. Аллилуйя. Ну кто не жил в апартментах, не встречался с этим? Алло. Мы ж приехали с нашими правилами здесь, аллилуйя. Что это мне америкос? Я тебе сейчас в лицо дам. Смотришь, хлоп, ручки закрыли. А кто вызвал? Жена. А я жене. Раз, на 2 годика в тюрьму. Что такое? Ты не в Раше, Петя. Алло. Это наша жизнь, ребят. Улыбаетесь. Вы знаете, о чем я говорю. Написано, праведник смел, как лев, а не нагл, как орел. Или не нагл, как пес. Праведник смел. Смелость – это не наглость, хотя очень часто похоже. Имей мудрость не переходить в сторону наглости. Так, времени мало, пунктов много. Второй момент – бросить здоровый вызов и задать вопросы. Это в позитиве. В негативе – это бунт и отречение от любой власти. Я уже чуть-чуть коснулся. Сейчас я просто поговорю об этом. Вы знаете, есть нормальные вопросы, где ты задаешь. Почему? Почему церковь боится задать своим пасторам вопрос? Где Бог твоей Библии? Это не наглость. Не надо им закрывать рот. Любой может мне задать этот вопрос. И я тебе покажу моего живого Бога, состоящего из дел моих. Не надо балаболить. Не надо звенеть. Масса исцелений, масса чудес. Меня это даже не волнует. Другими словами, Бога видно, если Он у тебя есть. Бога слышно, если Он в тебе живет. Итак, бросить здоровый вызов. Не бойся задать вопрос. Но так же само, послушай внимательно. Не бунтуй и не отрекайся от власти. Будешь наказан.
будешь наказан сферой, которая контролирует. Если ты все делаешь правильно, то правильно выйдешь. Если ты все делаешь неправильно, ты будешь наказан. Итак, вспомните Адонию. Кто помнит Адонию? Старшего сына, который был старше Соломона. Мы помним с вами его. Адония. Что сделал Адония? Вы знаете, Адония, он не разговаривал с отцом, с Давидом. Он просто спокойно пошел и пригласил всех и сел на трон. Провозгласил себя царем. И там все пророки пришли, и там Адония вовек живи. Естественно, Адония по годам был старше Соломона, и там серьезно старше. Поэтому тот, кто старше, трон принадлежал по наследству. Но Бог сказал, нет, Соломон будет. Вы знаете, что я наблюдаю? Соломон не побежал. Опа, опа, кто со мной? Себе трон быстро делать. Стоп, здесь была мудрость. Ты не обходишь власть. Ты идешь к существующей власти, которая сейчас не Адония, а умирающий Давид. Да, он уже на постели смерти лежит, но он еще не умер. Ты можешь здоровый вопрос задать в любой сфере. Их много, в Библии можно массы примеров вспомнить. Здоровый вопрос, почему? Ты же обещал, пришла мать и пришел Соломон. Мать Соломона, они вдвоем пришли, и они задали Давиду четкий, честный вопрос. Это не была наглость, это был четкий вопрос. Давид, не ты ли обещал? Вы видите разницу между захватом и между тем, что ты реально приходишь к позиции власти? Даже если твой пастор 100 раз не прав, ты пришел, поблагодарил его, обнял его, благословил его. Ты взрослый человек. И сказал ему спасибо за те годы, которые я был здесь. Спасибо за все, что делала. Но Бог меня ведет дальше. Никто тебя не может иметь. Ты не принадлежишь никому. Ты собственность Христа. И это должны выучить все пастора. Ты можешь даже не отпрашиваться. Я всегда говорю, ты свободен, Transformation Center. И можешь рассчитывать на мое благословение всегда. Всегда. Адония захватил власть. Можно выключить это, пожалуйста? Адония захватил власть, сел на трон, протрубел. Вы знаете, что есть именно вот такие люди? Они откалываются от церквей, и вместо того, чтобы правильно выйти, красиво, с благословением, если возможно, потому что некоторые вас пошлют, пастора, потому что мы знаем, каким духом они движутся, но с твоей стороны должно быть сделано все возможное, чтобы выйти красиво, мудро, чтобы выйти с и благословить то, откуда ты уходишь. Будь мудрым, будь честным, будь человеком чести. Сегодня учение, поэтому мы учимся. Адония захватил позицию власти, зная, что трон обещан Соломону. А Соломон пошел к Давиду со своей матерью и бросил вызов отцу, задав ему правильные вопросы. Отец, почему? Ты можешь запросто прийти, кто меня смотрит, ты можешь задать своему пастору вопрос. Если ты не можешь задать ему вопрос и реально с ним поговорить, он не твой пастор, он диктатор, беги оттуда. Никто не имеет права, ну нас же приучили, мы же славяне. Нас все могут ободрать, кинуть, занять, не вернуть. А что? Да потому что ты христианин, заткнись, прощать надо, понял? Когда даешь взаймы, что Библию не читал? Не жди назад, понял? Поэтому с Богом. Алло. И ты смотришь на это разнузданное христианство, и ты задаешь вопросы, Господи, а почему Бог не движется в наших церквах? Потому что мы не люди чести. Мы люди анархия, творим, что хотим, не понимая, что несоблюдение этих важнейших законов. Ты приходишь в погибель, и потом ты смотришь, этот человек отброшен всеми. И даже настоящими лидерами, и настоящими служителями. Послушайте. Третий момент. Я буду двигаться. Здоровое лидерство, здравое лидерство и жестокое диктаторство. Вы знаете, что иногда
Некоторые люди, моя команда знает очень прекрасно, со мной можно быть на равных. Со мной, вокруг меня, команда моя может говорить, о чем хочешь. Они могут шутить, они могут смотреть что угодно. Никогда от меня нет никакого контроля или давления, никогда. Но слушайте внимательно, когда начинаются какие-то неправильные движения, моя команда видела меня, что я умею делать. Вы понимаете, о чем я говорю? Я ставлю людей, и я не боюсь сказать, и я не боюсь тыкнуть пальцем и задать вопросы, почему вы это сделали? На каком основании? Другими словами, дорогие, мы должны понять, что здоровое лидерство всегда подразумевает иногда даже наказание. Другими словами, здоровый родитель, он же не может всегда поить чаем, медом кормить конфетами своих детей. Я не понял, так что с него вырастет? Здравый родитель всегда подразумевает в каких-то сферах наказание. Но некоторые наказанием управляют своими семьями. И это называется деспоты, диктаторы. Это называются люди, которые уничтожают. Их дети боятся. Они боятся их видеть, слышать. И когда папа уходит, все вздыхают. Когда папа приходит, все спать ложатся, потому что они не хотят его видеть. То же самое и к мамочкам к некоторым относится. О, я знаю. Некоторые мамочки похлеще папочек. Папа там защищает. О, Боже. Мама пришла. Сейчас за вот эту пылинку ногу оторвет. Я знаю, поверьте, встречались. Было все. Итак, пророк Илия. Здоровое лидерство, пророк Илия. Вы помните, здоровое лидерство подразумевало даже предать пророков по слову Бога смерти. Можно сказать, это же диктатор, это же убийца. Стоп, 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 стоп. Диктаторство это, смотрите, в негативе это у нас Иезавель и Ахав. Слушайте сюда, некоторые не поняли, как работает этот дух. Запомните одну вещь. Иезавель никогда не будет там, где нет духа Ахава. Я хочу это четко сказать вам, церковь, вы должны это выучить. Где нет духа Ахава, никогда не будет духа Иезавели, потому что дух Ахава должен сдать свои позиции духу Иезавели. Другими словами, что там, где реальное лидерство от Бога, Иезавель не может поселиться надолго. Она будет высвечена и она будет убрана. Иезавель могла быть только там, где царь Ахав, он был царем. Но никто его не помнит царем. Помнит, там какую-то там сопля размазанная какая-то. Знаете, там, я хочу это поле, он мне не отдает. Иезавель говорит, сейчас я бошки им посрываю всем. Я не хочу это место открывать, вы все это помните историю. И пошел там, уничтожили, ложью уничтожили, предали смертью, побили камнями. И забрали ту территорию, которую Ахав хотел. Иезавель селится там, где Ахав. Если нет духа Ахава, дух Завели никогда не может пристегнуться. Запомните, это духовный закон. Слушайте, пророк Илия. Другими словами, можно посмотреть, я не понял, пророк, я не понял. Все сейчас голодом страдают. Все сейчас страдают засухой. Все страдают. Это голод, ничего нет. Что ты тут провозгласил, пророк? Мы не понимаем, что ты сделаешь здесь, почему ты предаешь всех этих людей смерти. Бог сказал. Здоровое лидерство подразумевает некоторые очень серьезные вещи. Ты не можешь быть размазней, которым пользуются все и делают с тобой, что хотят. У тебя здоровое лидерство, где вокруг тебя все нормально. Но в тот момент, когда идет опасность, ты одеваешь свою форму начальника. Ты одеваешь форму босса, ты одеваешь военную форму и становишься в пролом. Здесь этого не будет. О, гляньте, ты вчера добрый был. Ты не понял. Вчера я был добрый, потому что не было этого. Любой родитель будет хороший. Я видел, мамочка играется, знаете, с дочкой своей иногда выезжаю там на площадку, там, знаете, покататься на качельках, поиграться, и смотрю, там начинается, хопа, какая-то заварушка. Из хорошей мамы, которая стоит рядом с другой мамой и разговаривает, превращается просто, думаю, что это? Там что-то заварушка какая-то, она как зверь туда бежит, что, где, кто? Ты что, такая хорошенькая только что была? Что это такое? Она услышала крик своего ребенка, да? Она услышала, что что-то там не то произошло. Поэтому мы должны понимать с вами здравое лидерство. Жестокое диктаторство. Знаете, что у здравого лидера всегда будет предрасположенность к жестокому диктаторству? Всегда. Вы должны понять, что эта вещь, она должна быть тобой отбалансирована.
Именно по этой причине я своими собственными руками развалил свою первую церковь. Иначе я не мог сделать. Я их всех поубивал бы. Поэтому, почему? Потому что я был абсолютно неотбалансированной личностью. Где нужно было отступить, я не отступал. Где нужно было поговорить, я боялся. Где нужно было выйти один на один с человеком, посидеть и поговорить, нет, я дал распространиться этим вещам. И потом, когда я взорвался на всех, я разрушил все своими собственными руками. Дорогие, мы должны понять все эти вещи. Пожалуйста, проси у Бога мудрости. Потому что если у тебя есть ДНК лидера, ты будешь попадать во все эти обочины, и тебе нужно иметь мудрость, как вырулить из них. Смотрите. Итак, четвертый пункт. Здоровое соперничество и зависть. Стоп. Слушайте меня очень внимательно. Знаете ли вы, что есть здоровое соперничество, где ты смотришь и в какой-то семье лучше, чем в твоей. Ты не завидуешь, ты исправляешь то, что у тебя неправильно. Дорогие, вы знаете, что здоровое соперничество должно быть всегда, должно быть везде. Оно нас улучшает и приближает к Богу. Здоровое соперничество делает нас лучше. И когда я смотрю, когда кто-то поклоняется больше, когда кто-то отдается Богу еще сильнее, когда кто-то к нему вопиет и просто стенает, я говорю, Бог, мне не завидно, у меня просто есть, знаете, такая, как вам скажу, такое здоровое соперничество, где я скажу, а я хочу еще больше Бога прославить. Ничего общего с этим человеком не имеется в виду. Это благословенный брат или сестра, они поклоняются. Но меня берет ревность. Знаете, вот это ревность. Ревность – это не зависть. Зависть, она... Вы знаете, что эти вещи настолько похожи? Вспомните Каина. Кто-то помнит Каина? Вспомните, что он сделал. Кто-то принес жертву лучше, чем он. Ну, извини. Ты прямо здесь, тебе не нужно убивать брата, ты можешь прямо здесь сделать жертву еще лучше для своего Бога, но на этот раз сделай ее от сердца. Тебя Авель только что научил, как жертвовать от сердца, и эта жертва была принята Богом. Дорогие мои, вы знаете, что есть здоровое соперничество, есть ревность, а есть реальная демоническая зависть, которая очень похожа. Он проповедует лучше. Знаете, почему в многих церквях я запрещен? Кстати, мне это несколько пасторов сказали на разных конференциях. Говорит, я ненавидел тебя, потому что ты проповедовал, ты выглядел, ты делал все лучше, чем я. Честно признался, когда Бог его освободил прямо там. Говорит, я ненавидел, я запрещал все, я ломал все, все, что с тобой связано, рвал и метал, потому что я видел, что на тебе что-то, что на мне нет. И у тебя власти в моей церкви больше, чем у меня. Знаете, что можно сделать? Мудрый лидер скажет, стоп, что делает это служение успешным? Давай-ка я не буду ломать дрова, а давай-ка мы поднимем стандарт в церкви. Почему я приглашаю сюда людей, которые во много раз превосходят меня в своих вещах и движениях? Не потому что, чтобы показаться маленьким и смиренным, а чтобы мне кто-то показал планку, до которой мне идти. Нездоровое лидерство, оно все уничтожит. Забить, замочить, вышвырнуть, отлучить. И вот эта тупость теперь называется мудростью, потому что всех мудрых уничтожили. Выкинули. Предали анафеме. Сломали диски, запретили учение. И теперь брат Петро, у которого ума нема, руководит церковью. Не слушайте этого уличного проповедника. И ты смотришь эти ролики. Мы не можем мати єдності. Конечно, у тебя єдності не может быть. Алло. Потому что нужно не меня исправлять, а нужно поднять выше планку. Но отречься и отлучить-то лучше. Облить грязью вообще даже весело. А давайте сделаем новый фильм. Шаповалов голубой. Дьявол, какая у тебя вава в голове, чтобы ты это придумал? Короче, и ты смотришь, думаешь, я не понял, дьявол, у тебя что, идеи кончились, дебил. Я не понял, идеи закончились? Ну придумай что-нибудь. Все, закончились.
Серия 888, все, конец, все. Ну что еще можно сказать? Идиот было, дурак было, сатана было уже раз 20. Все, фильмы закончились, скучно смотреть. Сериал повторяется. А мы идем дальше, амин. Не обращая внимания на всю эту чушь и мусор. И мы понимаем, что нас атакует не человек, слушайте внимательно, нас атакует дух, который почувствовал противостояние. О. Итак, мы учимся жить мудро. Аминь, церковь. Мы учимся жить мудро. Не надо доказывать всем, какой ты хороший. Бог покажет всем, кто ты. Давиду не надо было бегать и показывать, я могу и это, я могу и это. Вот смотри, какой у меня коврик здесь, и вот здесь от медведя коврик. Смотри, мое резюме. О, аллилуйя. Смотри, тогда эти пастора, знаете, как они выглядят позорно? Смотри, мои фотографии, вот. Ты смотришь. И ты смотришь, он сейчас сидит, тебя покупает. Смотри, вот я здесь, вот. Смотри, какая толпа. Я эту конференцию проводил. Ты знаешь, сколько людей изменилось? И ты смотришь, кто-то тебе резюме свое показывает. Слушай, зачем? Я что, похож на Бога, который продвинет тебя завтра? А оказывается, похож в его понимании. Слушай, ты меня ищешь? Я тебе ничем не могу помочь. Сегодня моя проповедь подбодрит тебя, а завтра я тебя завалю. Потому что ты попадешь в какую-то сферу, где больно будет, а я все равно скажу. У нас компромисса нет и не было никогда. Здоровое соперничество толкает тебя на переусмотрение, переосмотрение некоторых позиций. Ты замечаешь, что тебе не достает. Или какая-то сфера нуждается в поправке. Дорогие мои, у нас у всех есть что-то, что нужно изменить, поправить, а в некоторых случаях полностью заменить. Дорогие мои, не надо думать, не надо быть диктатором, который тебе приходит и говорят на домашней группе, ты знаешь, у него группа лучше. Тебя жаба задавила, что это у него лучше? У него что, печенье дороже, что ли? Я не понял, что у него, мармелад, там, птичье молоко, что он покупает, там, что к нему лезут все? Я не понял, чем он лучше, чем я, а? И ты смотришь среди лидеров, ты смотришь, такой дешевый движнячок пошел. Такой дешевый. Сегодня были у меня, сегодня у него. Слушай, пока ты будешь соперничать, пока все убегут от тебя. Вот это нездоровое, знаете, вот это зависть. Что ты туда пошел? Он такой, хорошо, я больше никогда не приду к тебе. Ищи Бога, будь самим собой, и вокруг тебя соберутся твои. Мне наоборот, некоторые люди говорят, ты не боишься, поверьте, я не боюсь ничего. Если я нахожу, что я боюсь, я сразу с этим справляться хочу. Если кто-то хочет уйти, дорогие мои, никто не может держать. Наоборот, мне нравится, когда мне бросается вызов. Послушайте внимательно. Я сначала обиделся, когда, помните, началась эта зараза, и некоторые люди, которых сейчас нет, слава Богу, начали подбрасывать эти дешевые даймонды. Помните, подбросили там 3 камня, через сколько? Вы знаете, мне нравится, не мне был брошен вызов, а Богу, потому что камни не мои. Пожалуйста. Некоторые начали там давление. Я говорю, пожалуйста, попробуйте разрушить Transformation Center. Я помогу вам, потому что я первый не хочу находиться там, что не строит Бог. Я лучше буду там, где Бог. Пожалуйста, разрушьте это все. Потому что вы меня освободите от того, что я не должен делать. Не бойся этих вещей. Пусть бросают, кидают, льют грязь, снимают фильмы. Пусть делают, что хочешь. Истина стоять будет за себя. И Бог будет стоять за тебя. И если ты реально ходишь в славе и носишь на себе помазание, не бойся за несколько подброшенных камней. Но сейчас такое приходит. Поэтому мы с вами и некоторые вещи и купили, чтобы проверить. Не потому, что мы не доверяем Богу, а потому, что мы не хотим, чтобы больше лгали. Мы люди чести. Мы не собираемся иметь то, что нам не нужны эти камни. Но если они приходят, Бог что-то имеет в виду. Амин? Ну, спрячь их, тебя уже всерьез не воспринимают. Вперед, вперед, не воспринимайте. Знаете почему? Потому что я хочу служить тем. Вы знаете, почему мне нравится Иисус? Иисус пришел туда, где его воспринимали. Это называлось улица. Заметили? Никогда ни одной элиты, никогда никаких переговоров, никогда в высших заседаниях, в залах вы не видели, не слышали, не читали, чтобы Иисус это делал. Это были простые люди, это была улица, и вот это, где я хочу. Я скажу так, вот это, где я родился и где я хочу умереть. Это улица. Почему? Потому что там слово, которое Бог дает через меня,
оно имеет вес и изменяет жизнь. Не пытайся быть кем-то, кем Бог тебя не ставил. Поэтому я всегда говорю, пожалуйста, бросайте, швыряйте, кидайте фейк. Мне все равно, церковь, знаете почему? Потому что я это не делаю. Я нигде себя не отстаивал и отстаивать не собираюсь. Потому что Бог всему глава, и Он знает. И вы знаете, наоборот, у меня была возможность перепроверить себя. Люблю ли я тех, которые были рядом со мной и желали мне смерти? И в конце концов я сказал, я благословляю, люблю, и один Бог судья им. Все. Амин. Мы идем дальше. Мы идем дальше. Мы не боимся этих вещей. Зависть – это нездоровое соперничество. Каин, который убил брата своего. Зависть уничтожит тебя. Она обычно толкает лидера на поступки, которые приводят его или ее к поражению и гибели. Зависть начинается, знаете, что это значит? Я не лучше проповедую. Что мне теперь сделать? Они начинают придумывать всякие фокусы. Они выходят из духа вообще. Начинают придумывать вещи, лгать. Начинают делать всякую ложь, подставу. И ты понимаешь, что сейчас они просто набивают себе рейтинги. Бога там уже давным-давно нет. О, Иисус. Итак, ревность – это здоровое соперничество. И зависть – это абсолютно нездоровое соперничество. Будь внимателен, потому что у всех у нас в жизни, везде, где бы мы ни с вами ни ходили, ни встречались, всегда будет возможность или ревности, или зависти. Кто-то подъехал на машине лучше, чем у тебя. Кто-то купил что-то дешевле, чем ты. Кто-то молится лучше, кто-то проповедует. Дорогие, кто-то воспитывает детей. Что угодно, всегда будет где-то, где у тебя будет или здоровое соперничество, которое ты тихонько поправишь что-то и изменишь, или это будет зависть, где ты просто взорвешься и скажешь, не говорите мне об этих людях больше. Слышать не хочу о них. Такие рассяки. Вы знаете, о чем я говорю. Вы видели это. Итак, здоровое соперничество, ревность и зависть, которая нездоровое соперничество. Пятое. Мое время выходит. Знание своей позиции. Вот здесь кувыркнулись все. Как я устал наблюдать за людьми, которые дергаются и дергаются. Сегодня он евангелист палаточный, завтра он энкаунтерщик, послезавтра он изгоняет бесов. Через 4 служения он уже в духе все видит и слышит. На 5-й раз он встретился с пророком, он пророком стал. Ты не знаешь, кто ты. Ты дитё, потерявшее все позиции и не знающее того, кто ты. Сегодня хочу лего, завтра хочу пазлс, послезавтра хочу бинокль, а через 3 дня хочу машинку на управлении. Ты дитё, вытри сопли и молись, пока Бог не покажет тебе, кто ты. Алло. Смотришь на этих людей, и они такие большие. Ты не знаешь, кто ты. Ты смыкаешься и рыпаешься, потому что ты ищешь, что популярнее сейчас. Amen. Поверьте, это относится к многим служителям, пасторам и людям, которые идут. Что у тебя? Что у тебя? Что у тебя? О, энкаунтер! Энкаунтер идет! Энкаунтер! Все энкаунтеры должны ехать. А месяц назад ты говорил, чтобы никто туда не ехал и в жизни не касался ничего общего. Почему? Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я знаю этих людей, которые отрекались, 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 а когда от церкви отток начался, они самые рьяные энкаунтерщики стали. Теперь все едьте ко мне. Стоп. Тебе Бог это сказал? Если мне Бог сказал делать энкаунтеры, а Он мне это сказал, я так скажу, закончится у всех, но не у меня, потому что мне Бог сказал это делать. И я перед тем, как этот шаг сделать, был в постах и в молитвах, и никто этого не делал. Мне нужно было смотреть. Можно? Нет. Бог, ты точно говоришь? Потом Бог еще говорит, представляете, в то время, когда у всех закончились энкаунтеры, мне Бог говорит покупать кемп. Что? Бог, еще кемп покупать? А Бог мне говорит, это здоровый брос вызова. Бог, я верю, что энкаунтеры не остановятся в Transformation Center, потому что мы верой взяли даже место, на котором это происходить будет. И удивляешься. Когда закончились грешники здесь,
У нас же святой штат, грешников больше нет. Грешники поехали с России, с Украины. Сейчас нам с вами надо придумать, когда же это все оформлять и как принимать все это, потому что их столько много приезжает. Слушайте внимательно. Знание своей позиции. Бог не говорит тебе вещи через год меняет. Это не Бог. Когда Бог говорит тебе, это на всю твою жизнь до конца. Все. Знание своей позиции. Позитив. Негатив – это вседозволенность. Знание своей позиции – это я знаю, что мне делать. И когда ты смотришь, человек, который знает свою позицию, кажется вседозволенность. Например, когда Бог мне сказал мою позицию и сказал, ездить будешь только туда, куда я покажу, если ты не будешь меня слушаться, моя слава отойдет от тебя. А для меня это самое страшное, чтобы я приехал на конференцию и Духа Святого не было. Хо-хо-хо, я первый уеду. Дорогие мои, нам с вами нужно выучить все эти законы. Ты должен знать свою позицию. Вот почему. Ты должен провести даже годы, пока ты ее не узнаешь. Но потом твой один шаг потрясет все вокруг, потому что ты рожден для этого. Давиду не надо было в металлоломе воевать. Он знал свою позицию. Моя праща справится лучше, чем все ваше оружие. Знание своей позиции. Знание своего оружия. Знание того, что мне не нужно быть похожим на тебя, чтобы воевать профессионально. Я буду самим собой и гигантов валить буду. Знание своей позиции. Вседозволенность. Царя Саула, кто помнит? Помним? Помазанника Саула, который творил, что хотел. Бог ему говорит, надо это сделать. Что это за блеяние овец? Что это я слышу? Это стада в жертву Господу Богу твоему. Не понял, о чем моему? У тебя свой Бог, что, нету? Ты же Бог мой, что ли? И ты смотришь раз за разом. Вседозволенность. Вы знаете, что Саул не имел права переступать черту священника и приносить жертву перед боем? Он ждал пророка, ждал. Потом лесом все это. Одел мантию, одел авторитет на себя, вседозволенность. Это человек, который говорит, а что это? Могу и это делать, и это могу, все могу. Буду ездить везде и творить, что хотеть. Твое служение ненадолго, потому что ты будешь уничтожен, если в той сфере. Некоторые люди приезжают и потом годами восстанавливаются после некоторых неправильных движений, потому что ты зашел не на свою территорию. Бойся этого. Мы не боимся дьявола. Слушайте внимательно. Мы боимся непослушания. А это две разные вещи. Поверьте, мы придем, люди стонут. Сколько приглашений опять. И туда. Я говорю, ребята, если бы вы знали, и вы, и я хочу, но я не двинусь, если дверь не откроется. Это закон, это мой завет с Богом. Я говорю, как только он даст знак, поверьте, я вам надоем. Сегодня урок для взрослых, церковь. Урок для взрослых. Поэтому мы переосматриваем свои позиции. Мы переосматриваем свое отношение к вещам. Мы переосматриваем. Знание своей позиции. Ты спокоен, уравновешен. Ты знаешь свою территорию. Ты точно знаешь свою сферу влияния. Ты не позволишь сатане вывести тебя на его поле сражения. Ты не ведешься на дешевые вещи. Вседозволенность – это негативное качество уничтожило больше чемпионов, чем вы можете даже себе представить. Церковь, даже мне так хочется донести это слово до вас. Потому что это слово, поверьте, я не хочу сейчас вот дух, там, знаете, пробить что-то, там, прокачать тебя. Я хочу твой разум на место поставить. Потому что все начинается с территории физической. И если ты здесь нарушил законы в духе, ты ничего не сделаешь потом. Что бы ты ни делал, ты не восстановишь, потому что ты разрушил, нарушил, уничтожил свое собственное призвание.
Негативное качество уничтожило больше лидеров, чем мы даже можете себе представить. Часто лидеру кажется, что если у него сверхъестественный успех в какой-то сфере, то это значит, что он может делать или браться за что угодно. Теперь я могу взяться за бизнес. А ты пастор, тебе нельзя касаться этого, потому что ты моментально заквашиваешься другой закваской, и бизнес – это неплохо, бизнес плохо для тебя. Кто-то понял это откровение? Это неплохо, это для тебя плохо. Потому что ты можешь справиться с дядей Петей и с тетей Дашей, но с финансами ты не можешь справиться. Все, смотришь, сделки, сделки. Смотришь, в пастора превратился в этого, знаете, сделать стаки на компьютере. В 3 часа ночи просыпается. Длинь, компьютер. Стак вниз пошел. Расслабься. А тот, кого Бог призвал это делать, он делает ставку и дрыхнет. Потом поднимается, у него на 2 миллиона на аккаунте больше. Алло. Знание своей позиции. Смотрите. Людям кажется, что они могут делать все угодно. Они могут забраться за дел, за деньги, за политику. Вы знаете, почему был уничтожен такой мощный служитель, как Джон Александр Дауи? С Божьих генералов. Там много людей было уничтожено дьяволом. Потому что Джон Александр Дауи коснулся политики. Он начал баллотироваться, он начал выдвигать свою кандидатуру. И он терпел крах. Они говорят, это выжило, почитайте, это выжило из него все финансы. Церковь просто на издохе была только по одной причине. Потому что Джон Александр Дауи из пастора превратился в политика. Он начал писать газеты, его начали сажать. Там начали такие вещи происходить, которые он не должен делать. И история говорит, что он вышел из своего помазания. Он из-за своей политической карьеры построил город Сион, который по сей день существует в Америке. Мы все это знаем, это история. И он умер одной из самых неприятных смертей. И один Бог знает, где он. Надеюсь, что с ним. Послушайте, вот это и есть вседозволенность. Кто-то понимает меня? Тебе Бог дал сферу. Не вздумай рыпнуться, если сам Бог тебе не придет во сне, если там четко не подтвердит тебе масса раз. Я скажу, моя мечта не менялась за 18 лет ни разу. Мое откровение никуда не отклонялось за 18 лет, когда Иисус ко мне пришел и сказал, ни разу. Ни разу. Это всегда одно и то же. Спасение и пробуждение моей нации. Все. Реформация церкви. Все. Нет иного. Мы не прыгаем. О, сегодня то, что-то реформация не идет. Скучно стало. Непопулярная реформация. А, давайте что-нибудь другое займемся. Например, там это. Будем продавать мыло. Аллилуйя. Майдадыр. Политику, соцпрограммы, миссионерство, что угодно. Это не так. Подавляющее большинство тех, кто так поступил, потеряли даже свое основное помазание. Слушайте внимательно, вы должны понимать все церковь. У всех у нас есть наше primary calling, основное призвание. И есть второстепенные вещи, которые иногда Бог говорит делать. Слушайте внимательно, и мне иногда нужно выходить и делать то, что Бог мне сказал. Иногда нужно делать какие-то вещи, выходить только по одной причине, только на маленький фрагмент времени, когда Бог сказал. Потому что сейчас это нужно сделать. Но потом ты возвращаешься назад в свое основное призвание. Ты должен узнать его, ты должен распознать его, ты должен понять его. Люди потеряли даже свою основную милость, основное помазание, потому что, поняв и получив успех в одном, начали прыгать туда, в политику, в соцпрограммы, и потом возвращаешься назад, смотришь, там ни помазания, ни силы, ни призвания, там больше ничего нет. Почему? Потому что потеряна даже основная мантия. И потом хотелось бы вернуться назад, а там уже все потеряно. И в той сфере уже помазаны другие люди. Извини, дорогой, подвинься. Итак, последнее. Я говорил это в начале, я заканчиваю, мое время вышло. 6. Война против духа и война против человека. Я об этом уже сказал чуть-чуть. Сейчас я просто вобью это конкретно гвоздь, конкретно это откровение. И еще раз, и еще раз, и еще раз скажу. Мы никогда ни с кем, с личностями не воюем. Мы никогда не атакуем никакую церковь.
Мы воюем с духом. Дух, который уничтожает поколение. Дух, который ввел в рабство. Кто подключен к этому духу, меня не волнует. Мой месседж очень прост. Тебя никто не может контролировать. Тобой никто, кроме Христа, не может управлять. И то по твоему собственному желанию. Бог не лишает никого чувства и его собственного достоинства, и его решения, и права выбора. Бог не решает. Он не лишает. Итак, когда Иисус говорил, Он говорил о закваске. Он никогда не атаковал, отдельного человека. Когда Он говорил, берегитесь закваски, фарисейской, садукейской, книжники, все эти люди, они узнавали то, что Он говорил о них. И Иисусом обличался этот дух, но не личность. Вы видели когда-нибудь, он кого-то там в своих проповедях стоял и высвечивал? Знаете такого? Не ходите туда. Знаете такого Никодима? Да, да. Не вздумайте слушать проповеди Никодима. Иисус этим не занимался, это дешево. Ты должен знать свою позицию. Война духа, война против духа и война против человека. Некоторые люди думают, что лучше ничего не делать, давайте мы отступим в сторону. Нет, 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 ты теряешь свое основное призвание. Мы должны воевать. Наша брань не против крови и плоти, но наша брань против духов. Духов. Итак, я заканчиваю. Я уже совсем переговорил. Все, кто рожден Богом, занят свои позиции лидерства власти, им всем придется столкнуться с теми, кто держит позиции лидерства и власти. И от того, как ты поступишь с ними, будет зависеть твое будущее и то, как вскоре поступят с тобой. Поэтому будьте мудрыми. Будьте мудрыми, церковь. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Аминь. Давайте мы просто помолимся сейчас. Коротко, но конкретно. Чтобы Бог дал нам конкретно мудрости двигаться в своем призвании. Это короткий месседж. Поверьте, сфер намного больше, которые можно коснуться. Я сейчас коснулся основных вещей, с которыми я встречаюсь как пастор постоянно. Люди, которые они плевали на все, теперь им ничего не скажи. Это реальная зависть. И ты смотришь, вроде все качества есть, но они все в негативе. Он теперь соперничает, он теперь воюет, он теперь завидует, он теперь рвет на куски. Хотя, если все это перевернуть в позитив, ты станешь сильнейшим лидером. Это все качества, которые будут в лидере рожденном. И если у тебя есть ДНК лидера, ты будешь предрасположен к некоторым неправильным вещам. Как у меня когда-то это было, и мне нужно было учиться контролировать себя. Просто если здесь есть эти люди, к которым относится это слово, просто попроси у Бога. Дорогой Иисус, я прошу Тебя, наведи порядок, Господь мой, в нашем христианстве. Наведи порядок, Господь мой, в движении. Наведи порядок, Господь. Мы знаем, что тысячи людей, они покидают свои церкви, но научи их правильно выходить. Научи их правильно расти, становиться, двигаться. Научи их правильно занимать свое место и свою позицию. Научи нас быть мудрыми, Господь. Мудрыми и простыми. Я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Отец. Всем, я прошу сейчас о всех, кто слушает, смотрит, которые с нами, Господь. Дай мудрости, дай крепости. Дай, Господь, правильный баланс распределить все в жизни по приоритетам. Научи нас занять свою позицию и никогда не отступать от нее. Если ты даешь призвание, ты даешь его на всю жизнь, и оно не меняется. И я прошу тебя, подними своих чемпионов, отбалансируй здравость, мудрость, учение, Господь, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь.
спасибо Тебе. Я благословляю всех, кто с нами, Господь, кто слушает, смотрит. Мы верим, что поднимутся крепкие, сильные, верные, уравновешенные, отбалансированные лидеры и чемпионы. Мы верим, мы это пророчествуем, мы это говорим, мы это воспитываем, Бог. Наша брань не против человека, не против плотской церкви, наша брань не против этого. Наша брань против духа, который извратил все. Спасибо Тебе, Иисус. Поднимается новое поколение людей. Поднимается другое поколение лидеров. Поднимается абсолютно другое поколение, которое будет любить, сносить, которое будет покрывать, отстаивать. Не будет идти на компромисс. Поднимутся эти люди, займут свои позиции во имя Иисуса Христа. Воздайте Ему славу!